Впервые спортивный фестиваль «Волейбол в каждый дом» состоялся в Когалыме. В нем приняли участие 18 команд всех возрастов. На паркете сыграли женские и мужские сборные. Также был проведен матч-реванш между победителями прошлых игр. Это команда политехнического колледжа и школа «Сад номер 10». Команды «Лукойл» Западной Сибири также встретились на фестивале, порадовали болельщиков яркой профессиональной игрой, показав на поле все свое мастерство. Принес болельщикам, мне кажется, больше положительных эмоций. Мы показали то, что у нас в Когалыме есть достойный уровень волейбола. Также мы продемонстрировали своих два состава, которые являются вообще одной целой командой. И в будущем у нас в Когалыме планируется домашний тур чемпионата России, куда болельщики также могут прийти и посмотреть. Приняли участие в фестивале и самые маленькие спортсменки, а в будущем – профессионалы волейбола. Данный фестиваль планировали, наверное, год. Но у нас не было достаточной финансовой поддержки, чтобы все организовать и провести. Мы получили грант администрации города, что позволило нам закупить наградную атрибутику и вообще провести этот большой праздник волейбола. Фестиваль волейбола – торжество спорта, силы характера и дисциплины. Здесь не было победивших и проигравших. Всех участников наградили памятными медалями. Камила Гильманова, Николай Гаркуша. События.